Операция не готовилась. Все шло спонтанно. Давай выведем на границу Чечни. Авось испугается. Давай выведем Грозному. Авось напугаем. Вывели Грозному. А что делать? Да, давай наступать. А когда наступать? Да завтра день рождения у министра. Давай ему сделаем подарок. И то, что решения были приняты бестолково, непродуманно. Я рассказал вам о погибели 81-го полка и 131-й бригады. То есть на авось, на дурака, тяп-ляп. И все это, конечно, тяп-ляп и кончилось.